слоника наш немножко нагадил. Наверное, от радости. Там был более веселый, да? Слоника наш немножко нагадил. Наверное, от радости. Это матрас, откуда мы приехали. Джунгли кругом. Красота неимоверная. Слон выходит из леса. Сейчас день, но на улице не жарко. Ветерок, горы, что ли. Вот мы поехали на слонике. Какой хороший умный слоник. Да. Как у меня они, конечно, очень много. Ну так быстро привыкаешь, да? Все. Мне хотелось на квадроцикл по этому месту. Да, как Париж прикольно. Да. Кокос бы где-нибудь достать. Банан, блинчик, красный рядчик. Можешь купить слона, покормить бананчики. Сама хочешь? Слоников кормят. А они еще кормят какой-то, он обрубками какими-то. Банановое дерево. Бананов нет. Может, молодое? Может, саны все съели? А вон бананы висят. Вон, кстати, видишь? Ну, вот их тебе и дают. Сана кормит за 100 бан. Опа! Конечно, слоник. Классный момент. Бананы высоко. Достать бананы нелегко. Ну да. Ну он, видишь, ногами проверяет. Слон съедает в день до 400 килограмм еды. Следы, да. Снимай следы, но не упасть. Это не следы.
Слоновик Илья. Прикольно. Да. Он ее еще и направляет. Интересно, они за ним убирают или такси валяется? Какая-то. Это верблюды, это они их жгут. Побольше, чем ты. Знаешь, 3.5-4. Вот мы и на слоне. Когда он спускается или поднимается, так чуть-чуть страшно, да? Спинка низкая. Сейчас мы пойдем опять вниз. Ой! Нет, не пошли, мы идем вниз. Красота, да. Величественный. Там пропасть уже. А у меня сейчас к речке пойдем, да? Вон речка горная. Страшно? Нет. Не знаю, может быть, что там не какал. Или там ниже. Ё-моё! Грибы раз. Ё-моё! Чуть не выпал. Фу, нормально. Мы это пережили. Да тут и жила, да, тут по реке, прикольно. Дальше сами. Прикольно. Привет. Ну, что просил? Ну, все уехали, остались мы одни тут. Пойдем сходим к слоненку. Посмотрим местный быт. Обитателей слоновой деревни, они же погонщики. Слоник отработал, сейчас
обедать изволят. Четыреста килограмм съедает слон. Подумать страшно. Ну кормит его, он нарубит палок. Листья. Он и ест. Одно из мудрейших животных. Задумчиво. Реснички у него. Нет, это несъедобно. Это мальчик, кстати. Самый маленький олень. Да. Вон под лапси, это даже плохо видно. Вот олень там маленький. Вот этот как называется, да, тут? Один золотой, один серебряный. Не пробивает. Так, это мы куда идем? Понятно. Да. Это не поймали бурундука, как вот слонов там по дереву ходил. Садились сюда и назвали оленем. Это барсук? Нет. По-тайски написано, что барсук. Сколько? Это храм обезьян. Смотри, какая красота. Просто вообще в скале сделан храм. Там обезьянка первая. Вон. Открывай по одному, значит, тебе пакет выходит. Ну, давай, дай. Так аккуратно. Монаху подойти, он тебе повяжет веревочку. Ну тоже надо дать им какую-то монетку, там, денежку. Тут лежачие будут. Пойдем, поднимемся, посмотрим.
самая большая коллекция обезьян тут. Блядь, зачем он запрыгнул? Возьми. Тут таким большим не давай, вот смотри, ходит самец, видишь? Это ананасовое поле. Пойдем по тропиночке. Пойдем по помоечке. Вот так вот приходится ходить. Здесь ананасов нет. Здесь их собрали. А кто это говорит? Здесь рыбы нет. Зато собаки есть.